Эдуард спрашивает вас, Абдулхамид, через сайт русновости.ру. Как вы относитесь к депутату Рады, смело расстрелявшему портрет Рамзана Кадырова? Это речь идет о господине Масийчуке. Я поясню. Я полагаю, что этот человек не имеет у себя на Украине, не имеет всей полноты информации о Рамзане Ахматовиче Кадырове, иначе бы он постерегся такие вещи говорить. Рамзан Кадыров известен как человек, у которого слово не расходится с делом. Раз он... И у него есть средства для этого. Если он обещал или дал приказ привести к нему в Чечню 3 депутатов Украинской Рады, то я не удивлюсь, если хотя бы по меньшей мере один будет туда доставлен. Спецслужба Украины готовится ликвидировать 3 депутатов Рады. Я читаю сейчас сообщение, которое появилось на сайте Life.New. Спецслужба Украины? Да. 3 депутатов Рады? Да. Вы правильно прочли? В смерти Масийчука, Березы и Левуса могут обвинить Россию для разжигания антироссийских настроений. Это все сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Ну, такая информация поступает от разных источников, близких к украинским силовикам. Слушайте, ну поживем и увидим. Хвостунов в этом мире немало. Это вот 3 депутата, которые поддержали террористов. Да, да. Ну и что? Я думаю, что если они их вдруг... Вот так вот СБУ даже и уничтожит, все равно авторитет Рамзана Ахматовича Кадырова повысится до небес, на высоту невероятную, и, возможно, превысит даже авторитет Владимира Владимировича Путина. Потому что это мужской ответ будет на хвастливые, глупые выходки какого-то жирного человека.